Молодость и внешняя красота не вечны, поэтому женщины часто прибегают к различным способам, чтобы как можно дольше оставаться юными. Иногда способы вернуть молодость кажутся абсолютно абсурдными, к примеру, приклеивание скотча на шею. Необычный метод омоложения. С чем же помогает справиться такой странный метод и почему на сегодняшний день он пользуется большой популярностью? Никто не может спастись от морщин. А что больше выдает возраст женщины, нежели ее паспорт – шея? Именно шея в первую очередь подвержена возникновению дряблости, морщинистости. Оригинальный метод скрывать проблемные участки дермы на шее придумали блогеры. Провести подтяжку кожи на шее можно самостоятельно в домашних условиях, не прибегая к серьезным косметическим средствам, требующим больших финансовых затрат. К тому же такой метод демонстрирует отличные результаты. Для проведения процедуры необходим только скотч или липкая лента. Такую методику уже испытали на себе тысячи женщин. Все, что потребуется сделать, это собрать лишнюю обвисшую кожу на затылке, зафиксировать ее липкой лентой, скрыть распущенными волосами. Результат просто невообразим. За мгновение ваша кожа выглядит подтянутой, помолодевшей. Такой метод может выглядеть абсурдно, но он действительно работает. На сегодняшний день огромное количество женщин уже пользуются такой методикой. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео.